Друзья, всем привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и с вами Елена. Сегодня я буду с вами пересаживать вот такую красотку. Это френч болеро, друзья. Вот эта гортензия, которую я вырастила из маленького череночка. Уже брала с нее множество череночков. Вот, и пришло время ее пересадить, друзья. Как я пересаживаю сбежавшую невесту, я уже показывала, да? Обращалась к вам. Вот они, красавцы, стоят у меня. Кто хочет, я еще раз говорю, может заказать вот такие уже хорошие кусты, взрослые, хорошие. Вот для себя я уже пересадила, а это вот, я думаю, что люди все-таки возьмут. Вот, и вот эту красоточку, за которой я тоже очень долго бегала, вот это френч болеро пинк. Френч болеро пинк, розовая, друзья. И давайте посмотрим. Приготовила я вот такие вот горшки, купила я в Леруа, то есть с двойным дном, то есть очень хороший. Посмотрите, то есть ничего там скапливаться не будет, никакая не влага, ничего. То есть наши гортензии будут чувствовать себя хорошо. Никакой дренаж я делать не буду. Вот этих дырок достаточно, друзья. Вот, приготовила я грунт, это универсальный грунт, и грунт я добавила азалия. Я уже говорила, да, что другого грунта не было конкретно для гортензии, я купила для азалии, потому что очень много используют грунт для гортензии именно для азалий. Вот, и немножко сюда добавила торфа, совсем немножко. В общем, вот так вот я грунт утяжелила, чтобы было питание нашей красотки. Сейчас я все это дело перемешаю и будем с вами пересаживать. Как раз посмотрим, как наросла корневая. Гортензия у меня находится в 2-литровом горшочке. И давайте сделаем перевалочку, посмотрим, как наросли корешочки. Так, ну, схватились как. Сейчас я вам покажу, друзья. Посмотрите, хорошо оплел горшок. То есть это говорит о том, что гортензию нужно обязательно пересадить. Вот, чтобы она начинала развиваться дальше, цвела, в общем, набирала силу. Сейчас я вот так немножко ее расчешу. Посмотрите, как череночки хорошо схватились и укоренились. Вот так немножко ее слегка расчешу. Вот. До конца не буду, а вот так вот чуть-чуть достаточно. Посмотрите, какие корни хорошие. И будем сейчас, положу сейчас на стол. Еще раз перемешаю. И будем с вами сажать. Сейчас посмотрим. Ага, еще маленечко подсыпать можно. Вот, я думаю, достаточно. Все. И теперь я сейчас буду пересыпать ее. Подсыплю, постучу маленечко, чтобы не было воздуха, не оставалось и ничего, чтобы хорошо наш кустик принял положение. Те череночки, которые первые я брала, сбежавшая невеста и френч болеро, я помню, показывала, да, когда я пересаживала в стаканчики. Вот, снесла им макушечку, снесла макушечку для того, чтобы они начали, проснулись почки и начали куститься. Что и сейчас происходит, то есть где я обрезала, там пошли дополнительные маленькие почечки, начали уже набухли, раскрываются. То есть вторая партия, которую я
пересаживала, еще пока макушки не сносила. Я думаю, что не обрезала, я имею в виду. Я вам покажу, конечно, свои череночки. Протрясли, постучали. Вот так. Я думаю, что немножко осталось, и сейчас я сюда досыплю. Вот и все. Глаз алмаз. Глаз алмаз. Рассчитала, сколько надо грунта для такого горшка. Ну вот, пересадили с вами красотку. Сейчас я немножко пролью. Совсем чуть-чуть, потому что грунт влажный. Я прям немножко, чуть-чуть. И сейчас я принесу, покажу свои череночки обязательно. Так, принесла из теплички свои череночки. И хочу вам показать. Смотрите, друзья мои. Вот здесь я срезала макушечку, вот видите, да? И вот, пожалуйста, посмотрите, снизу, вот, если вам видно, вот снизу начали просыпаться новые почки. То бишь, этот кустик скоро будет хорошенький, такой пышненький. Вот. Для этого и делается. Вот возьмем сейчас тоже череночек. Вот тоже, смотрите, друзья, вроде бы невзрачный, да? Смотрите, макушечку я срезала, а вот они пошли, маленькие почки, посмотрите, проснулись. Получится хороший-хороший кустик. Ну, в общем, я думаю, вам понятно, да? То есть вот такие вот черенки я еще пока отправлять не буду. Также... И вот такие черенки пока отправлять не буду, потому что, ну, как бы в палку-скакалку тоже отправлять. Хочется все-таки немножко подрезать, и чтобы он маленько раскустился. И только тогда я буду отправлять. Это вот, пожалуйста, сбежавшая невеста. Смотрите, какие хорошие-хорошие череночки, друзья. Вот. Я думала, что у меня не получится подружиться. А все, оказывается, получилось. Вот, пожалуйста, френч болеро пинг. Посмотрите, какой хороший, замечательный череночек. Вот. Скоро кого-то из вас тоже будут радовать вас. Ну и вот, друзья, на этой нотке я хочу закончить свое видео. Я думаю, все понятно, все доступно. Как я вам и говорила, что я буду добиваться своего, буду выращивать и пинк-аннабель. Ой, пинк-аннабель, избежавшую невесту, френч-болеро. В общем, моя мечта сбылась. Вот вам результат, друзья. И кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, тепла и добра. И хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям, вашем саду. И до новых встреч. Пока-пока.